Солдаты и офицеры русского экспедиционного корпуса. Во Франции их считали героями, в России после революции 17-го о них предпочитали не вспоминать. Мой дедушка был русским воином. Он воевал во Франции. Мне было около 20 лет, когда его не стало. Бабушка рассказала нам о нем, и когда мы узнали его историю, то захотели приехать в Россию и получше узнать его биографию. Я помню, что у него был красивый русский акцент, и он пел «Калинку». Спустя ровно 100 лет после подписания Версальского мирного договора, который официально завершил Первую мировую войну, в Москву на конференцию из Европы и США приехали историки, коллекционеры и потомки солдат русских экспедиционных войск. 100 ans, c'est normalement le temps de l'oubli. Pour ces soldats, au contraire, c'est le temps de la reconnaissance. Des lieux de mémoire érigés en France et cette conférence de 3 jours organisée en Russie. Через 100 лет обычно события истории забываются. А сейчас это важный момент для того, чтобы вспомнить. И эти воспоминания происходят благодаря конференции, организованной Россией. Дочь маршала Малиновского напомнила, в СССР тема русского экспедиционного корпуса была под негласным запретом. Пока в 1960-м Никита Хрущев и ее отец, в молодости воевавший в составе корпуса, не оказались во Франции. Они экспромтом посетили Плёрн-на-Марне, чтобы увидеть те места, с которыми у отца были связаны юношеские воспоминания. И вот об этой поездке были публикации во Франции. К папе стали приходить письма. «Большой тебе привет, мосье Малиновский, мой сослуживец и боевой товарищ». В самой Франции о русских солдатах никогда не забывали, рассказал архиепископ Мёдонский Михаил. Он приехал в Москву из Женевы. Существует это кладбище, которое Министерство обороны Франции похоронило всех этих русских солдат на средства французской обороны, как сражающиеся для Франции. Но они всегда говорили, что они были русские солдаты, и для них их флаг был русский, белый, синий, красный. Поэтому до сегодняшнего дня, начиная с 1919 года, на Фор-де-Помбель поднимался утром русский флаг трехцветный, белый, синий, красный, и спускался каждый вечер. Участники конференции привезли в дар Центральному музею вооруженных сил офицерскую фуражку. Она была куплена на блошином рынке в Париже. Сотрудники музея поместили ее в экспозицию, которая посвящена истории русского экспедиционного корпуса. Служили в нем, кстати, не только солдаты, но и полковые священники. И совсем уж необычный военнослужащий медведица Мишка, всеобщая любимица. Это подлинные фотографии и предметы, которые помнят эпоху. Она завершилась с началом Первой мировой. В результате которой была революция, в результате которой мир стал миром англосаксов в 20 веке, хотя до этого это был мир европейских великих держав. Были уничтожены две последние христианские империи, это российская и австрийская. Два императора, единственные в Европе, тогда венчались на царство таинством. В память о русских войнах, которые не вернулись с полей сражений во Франции и на Балканах, прозвучала песня барда Виктора Леонидова. Сердце глупое, не бейся, мыслям скорым унесу, там во Франции под Реймсом спрятан город Мурмело, где за честь, не за награду, клевета навет отстань, дрались русские бригады за провинцию Шампань, дрались русские бригады за провинцию Шампань.